Всем привет, ребята! Итак, фундамент под беседку. Беседка 3 на 3 метра. Фундамент представляет собой 9 столбиков из кирпичей, старых кирпичей, которые 20 лет лежали за хатой. Такой вот недорогой, практически фундамент даром, бесплатный. Дешево, сердито, быстро и красиво. Самое главное, надежно. Значит, как я его делал, этот фундамент? Вот такие вот кирпичи нашел за хатой. 20 лет лежали. Вот, в кирпичах есть трещинки. Это очень хорошо, когда ложите цементную стяжку на кирпич, кирпич просачивается в трещинки. И тогда кирпич не двигается ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Вот. И так ложите, если этот ложите кирпич вот так вот, таким макаром, следующий этаж ложите вот таким вот макаром. Вот. Так вот получается в одном столбике 12 кирпичей. Да, это самый главный элемент фундамента, тахта. То есть это... как она называется, не раскладушка, а кушетка. Ой, короче, как же ее назвать-то? Ну, короче, кровать. Место для отдыха работника. Один столбик сделал, час поспал на ней самой. Ну вот, кадушка, чи сидушка, забыл, как она называется. Кушетка. Вот, значит, 12 кирпичей в фундаменте в одном столбике, всего 9 столбиков по 12 кирпичей. Ну, элемент, какие тут есть детали, когда этот столбик делаете, можно его поливать водичкой, вот, чтобы цемент, так сказать, высыхал равномерно и не было трещин. Вот. Что тут еще? Укрепил. Так, остались лишние кирпичи. Я вот поукреплял тут, как бы, чтобы они не шатались, вот эти вот столбики. Ну, думаю, они и так надежные. Вот. Вставил металлические прутки. Все, что потратил, это вот эти вот деньги на эти металлические прутки. На них я буду крепить брус. Они умурованы в столбики, прутки. Вот, и будут соединять беседку с фундаментом. Потом я сюда положу еще рубероид на столбики, типа гидроизоляции. А, да, еще самое главное. Не стоит заморачиваться насчет вертикализации этих столбиков, чтобы они... там кривые или неровные, он как тот, например, да. То есть самое главное, чтобы горизонт был по уровню нормальный, наравне со всеми столбиками. То есть верхних, там, к примеру, 2-3 кирпича. Вот. А вот эти все не шероховатости, они потом быстро просто исправляются цементной стяжечкой и все. И будет все тип-топ. Красиво. Вот. Вот так вот своими руками я сделал фундамент под беседку.